Добрый день. Мое имя Магдалена Гарсия Рохо. Сейчас мы находимся в регионе Кастилья-Ла-Манча. Это самая большая зона в Испании по производству вина. Мы здесь собрались, чтобы презентовать это красное вино сорта Каберне Совиньон, Рибера дель Рио. Это вино категории «Вино земли Кастилья». Мы можем видеть, что это вино красно-вишневого цвета, очень насыщенного. С ароматами, напоминающими лесные ягоды и какими-то кофейными ассоциациями. Во вкусе вино сильное, приятное и гармоничное. Оптимальная температура между 12 и 15 градусами. Очень рекомендуем к мясу или к тушеным блюдам. На здоровье!